И к другим темам. Вчера лидские спасатели ликвидировали возгорание хозпостройки в частном секторе. Сообщение о пожаре по улице Колхозной на пульт МЧС поступило от очевидца около полуночи. Когда работники МЧС прибыли к месту ЧП, блочное строение горело изнутри. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Огнем уничтожена кровля здания, повреждены перекрытия и стены. Причину случившегося сейчас устанавливают специалисты. Если вы стали очевидцем какой-либо чрезвычайной ситуации, расскажите об этом спасателям по номерам 101 или 112. Сообщите точное место происшествия и опишите наиболее важные детали. Предоставьте диспетчеру ваш номер телефона, чтобы в случае необходимости он смог уточнить важную информацию. И помните, что чем раньше вы позвоните, тем больше шансов на спасение людей и их имущества.